Детям с ограниченными возможностями здоровья общение с ровесниками очень полезно. Так они быстрее социализируются и лучше обучаются. До 2016 года возможностей для равного развития в детских садах было заметно меньше, чем сейчас. Благодаря программе «Доступная среда» многое изменилось в лучшую сторону. В столичном детском саду номер 128 пусто. Лето, дети на каникулах с папами и мамами. И сотрудники, пользуясь передышкой, занимаются небольшим косметическим ремонтом. За последнее время здесь много что поменялось. Появилось новое оборудование, с помощью которого особых детей стали обучать по-новому. Приобретено большое количество мультимедийного оборудования. Мы имеем возможность оказывать дистанционное обучение детям, которые по своему состоянию здоровья часто бывают на реабилитационном лечении. Поэтому наши специалисты с помощью скайпа выходят на связь и общаются, дают какие-то установки родителям, задания и так далее, чтобы ребенок не чувствовал какую-то отдаленность от детей. Инклюзивное образование позволяет всем детям, независимо от состояния здоровья, обучаться вместе. Его главная задача – создание безбарьерного пространства. Для тех, кто в состоянии часто посещать детский сад, но плохо передвигается, завезена специализированная мебель – парты, стулья, кресла для кормления. В этом детском саду сделано все для того, чтобы дети чувствовали себя уверенно. Самое главное, они могут беспрепятственно передвигаться по помещениям. В этом им помогают вот такие ходунки разных видов, кресло-коляска и, конечно же, отсутствие порогов. Эта комната оснащена по последнему слову техники. Главный друг ребят – робот телеприсутствия. Ребенок буквально видит мир его глазами, находясь далеко за пределами сада. В каждой группе обучается по 10 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего их создано 4. Педагоги 128-го сада практикуют нестандартный подход к обучению. Теперь и родители имеют возможность посещать занятия вместе с детьми, перенимать практику обучения, консультироваться со специалистами. В саду также традиционно установлены пандусы, специализированные санузлы и расширены дверные проемы. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.